Вот так встретили гостей воспитанники Филимонковского детского дома. Старшие ребята здесь очень творческие, поэтому подготовка танца была интересной, и каждому нашлась роль в композиции. Девушки из Островского ПНИ от души аплодировали, а после чего представили свой сюрприз. Дело в том, что они приехали не одни, а с клоунессами, которые организовали для всех конкурсы и эстафеты. Это точно интересно, это здорово, это не только для наших ребят, но вот и девчонки сегодня приехали, а какие-то девчонки из нашего интерната, наши воспитанницы. Вот сегодня обнимались, целовались, были очень рады видеть, говорили, ой, как мы вообще хотим уже в детский дом. Наши хотят, скорее всего, куда-нибудь наоборот взрослеть, да, а те, которые повзрослели, хотят вот вернуться. Ольга – бывшая воспитанница этого детского дома. Давно не была здесь, но говорит, что все осталось, как и прежде, знакомым. И место, и дорогие сердцу люди. Тут все хаосом. Все хаосом было. Любили тебя здесь? Да. Да? Ты это чувствовала? Да. Скажи, а вообще вот сегодняшняя встреча для тебя чем вот дорога будет? Я встретила в обед на директора. Андрей – воспитанник Филимонковского детского дома. Парень очень творческий, в танцы заводит всех. Вот и в последнем состязании, кто кого перетанцует, он был в лидерах. Есть время, когда я могу выплеснуть энергию, подарить людям радость, улыбки. Я из-за того, что сам не умею улыбаться, я вижу, как другие улыбаются. Мне от этого радостно, и я улыбаюсь с ними. Трогательные подарки подготовили островитяне. Сами сшили несколько десятков мягких игрушек, которые обязательно полюбятся ребятами из Филимонок. К слову, девушки в Островском ПНИ очень рукодельные. Шьем, вот, например, картины вот разные всякие. Вяжем, пляшем, танцуем там, поделки вот разные. Вот это вот все. То есть у вас все рукодельницы? Все. Еще на память о встрече решили отметиться на плакате, на котором большими буквами написаны простые, но важные слова. Каждый, кто хотел, смог изобразить свою ладошку в знак искренней дружбы между двумя такими схожими по назначению интернатами. Поддерживать дружеские отношения между нашими учреждениями, и чтобы девочки наши не теряли связь, корни с тем учреждением, где они выросли, где они достигли зрелого возраста. А потом была сладкая вата, чай с плюшками и пирожными. И дети, и взрослые с детскими душами очень любят сладкое. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.